Очередное ДТП с маршруткой. В вечерний час пик около половины шестого в районе площади Фестивальной столкнулись «Ланос» и «Мерседес Спринтер». 36-летний водитель, работавший на 85-м маршруте, не выдержал безопасного расстояния и совершил столкновение с легковушкой под управлением 74-летнего пенсионера, который остановился на красный сигнал светофора, сообщает нацполиции. Вследствие аварии в больницу попали 6 пассажиров маршрутки с незначительными травмами, ушибами. Не-не-не-не. Вообще. Две царапины. Через пару часов пострадавшие были отпущены домой. Комментировать ситуацию участники ДТП отказались. Однако без камер представитель транспортного предприятия, обеспечивающего маршрутные перевозки, сообщил, что маршрутчику в глаза слепило солнце. Правоохранители ведут разбирательство по уголовной статье за нарушение правил безопасности дорожного движения. Правозащитники же напоминают горожанам о необходимости брать билеты в маршрутках. Ведь в подобных ситуациях, чтобы получить компенсации за ущерб здоровью, необходимо доказать в суде, что пострадавший ехал именно в этой маршрутке.